Здравствуйте, это программа «Вопрос эксперту», я Парамонов Андрей. Андрей Парамонов, заместитель директора филиала Роскадастра по Республике Татарстан. По договору купли-продажи я приобрела дом с земельным участком. Оба объекта имеют кадастровый номер, однако на публичной кадастровой карте отображается только земельный участок. Что нужно для того, чтобы на карте был указан и дом? Публичная кадастровая карта ПКК представляет собой онлайн-сервис, воспроизводящий общедоступные сведения об объектах недвижимости, внесенные в реестр недвижимости. Причина отсутствия объекта на ПКК может быть несколько. Во-первых, если у объекта недвижимости отсутствуют координаты, то есть не было проведено межевание земельного участка, его площадь является декларированной и не установлена граница зданий и сооружений на местности, то такой объект не отразится на ПКК, так как сведения о соответствующем местоположении отсутствуют в ЕГРН. Такая ситуация зачастую бывает, если объект недвижимости был давно внесен в реестр недвижимости в качестве ранее учтенного, либо когда отсутствовало требование о подготовке технического плана с наличием координат объектов. Чтобы это исправить, достаточно обратиться в Роскадастр для подготовки документации. Далее собственнику необходимо обратиться в Росреестр с заявлением и подготовленными документами. Госпошлина за осуществление таких действий не предусмотрена. После проведения кадастрового учета в течение 1-2 рабочих дней сведения на ПКК также будут изменены. Если координаты у объекта недвижимости имеются, но на ПКК он отсутствует, это может свидетельствовать о наличии технической ошибки. В таком случае после инициирования правообладателем обращения в Росреестр сведения на ПКК о соответствующем объекте недвижимости актуализируются и приводятся в соответствии с ЕГРН.